Тюменская область обновляет оснащение медицинских учреждений региона. Так, в Увадском районе будет работать передвижной диагностический центр. Внутри сразу три кабинета для приема. Это большое приобретение для местной поликлиники, которая позволит проводить профосмотры и диспансеризацию. Комплекс автономный, работает на базе автомобиля КАМАЗ, так что врачи смогут следить за здоровьем пациентов даже в самых отдаленных деревнях и селах района. Кабинет акушера-гинеколога оснащен аппаратом кольпоскоп, современный диагностический аппарат с возможностью вывода всего этого на экран компьютера. Потом, значит, есть переносной хорошего класса аппарат УЗИ, есть портативный, да, понятно. Потом есть здесь автоматический дефибриллятор.